В Заволжье, где в 2010 году пожары уничтожили большие территории леса, ежегодно проходят акции по посадке деревьев. В этом году к этой работе подключился и Совет отцов Чувашии. Активные папы со всей республики вместе со своими семьями 12 октября примут участие в посадке саженцев кедра, дуба, пихты и других деревьев на территории лесхоза рядом с поселком Северный. Мы приглашаем вас присоединиться к этой акции. Справки по телефону, который вы видите на своих экранах. Посади свое дерево.